Президент выразил соболезнования родным и близким кюше композитора Абдимомына Джульдибаева. Он был виртуозным музыкантом и талантливым педагогом, раскрывшим новые горизонты древнего искусства кюе. Джульдибаев посвятил свою жизнь популяризации самобытного наследия казахского народа и внес огромный вклад в обогащение культуры и духовности нашей страны. Светлый образ композитора, прожившего достойную жизнь и оставившего после себя богатое музыкальное наследие, навсегда останется в нашей памяти, говорится в телеграмме.